Здравствуйте, дорогие друзья! Я ведьма Хельга и хочу вас сегодня познакомить с замечательной, одухотворенной картиной «Гном-даритель». Всем известно, что гномы занимаются добычей самоцветов и обработкой металла и обращаются к ним для получения благополучия. Гном любит подношения в виде сладостей. Ему необходимо поднести сладости и сказать: «Гном-даритель, за камнями смотритель, дарующий блага, живущий, где лес и река, к тебе, уваж, имею, просить тебя смею о благах для себя. Гном-даритель, я твой посетитель, да во славу твою сказанное свершится, в богатство бедность превратится, заклинаю». Сказать надо заклинание 9 раз, а приобрести картину можно в лавке парапсихологического центра или на сайте Империи сильнейших ведьм. Желаем вам благополучия и процветания!